Идет 1/8 плей-офф, мы играем со СКА Невой, проигрываем в 6-м матче дома, и на этом заканчивается наш сезон. Пытаются, стараются, бросок, и шайба в воротах, счет в этом матче открыт от синей линии. Так, отлично, но дальше продолжается, держать денег! Нет. Потом наступил карантин, мы начали тренироваться. Дома, правда, тренировались, потому что надо было на карантине сидеть. И так потихонечку готовились к сезону. Отменили массовые мероприятия. Похоже, одной из проблем, которая способна объединить людей в разных странах, может стать китайский коронавирус. В Казахстане превысило 100 человек. Мероприятия с участием большого числа людей сейчас недопустимы. Играет, но фактически в этих залах сегодня, наверное, там посетителей фактически нет. Наконец-то в августе начались какие-то первые тренировки, собралась команда, и мы начали готовиться к сезону. Назначили нового тренера Сулеймана Руслана, набрали новых игроков для старта ВХЛ. Но потом такая новость, что из-за эпидемии в мире нам не получится играть в ВХЛ. Мы уехали в Алмату на сборы. Мы там готовились к сезону в Pro Hockey Legacy. На предсезонных играх мы не очень хорошо себя проявляли. И из-за этого руководство сняло главного тренера Сулеймана Руслана. На начало сезона назначили тренера Александра Юрьевича Соколова. И мы начали выравнивать ситуацию, пошли в лучшую сторону. Но в январе игры с Байбарысом мы там не очень хорошо сыграли, из-за чего сняли тренера и поставили главным тренером Евгения Степановича Королева. Под руководством Евгения Степановича на Кубке Казахстана мы его провели без единого поражения. Сарьярка выходит в финал, где нужно сражаться с Усть-Каменогорским «Торпедо». И мы забиваем гол в овертайме и выигрываем. И становимся обладателями Кубка Казахстана. Участвовали в финале, в полуфинале, да? И первый раз завоевали. Поэтому поздравляю вас. Вы красавцы, что вы доказали, вы моложе, вы наглее. Просто красавцы, приятно два периода было смотреть, пластались друг за друга. Давай, это один шажок, у нас впереди еще тоже чемпионат. Я думаю, ну, задача у нас максимальная, сами знаете. Вы сегодня были лучшие, красавцы! Ну что, мужики, все красавцы, всех с победой. Я считаю, что шапку надо оставить на команду. Ну что, мужики, как бы молочки, начало игры было прям, ну, не очень нам там все получалось. Бубнили там, но потом начали как бы со всей душой выкладываться друг за друга, за каждого. Как бы голы, понятно, не такие, как... разыграли, но рабочие голы, главное, что выиграли, и весь турнир просто всех выиграли! Перед окончанием регулярного чемпионата главным тренером становится Тамбиев Леонид Григорьевич. Регулярный чемпионат мы заканчиваем на второй строчке, и у нас 100 очков. В четвертьфинале мы обыгрываем Петропавловский Кулагер с счет серии 4-0.
Акция уже солировала Сары Арка. А прием стычек, и об этом чуть позже. Вот и, собственно, шайба Голубюка подъехала. Здесь Борисевич классную передачу отдавал. Голевую, а Рахманов уже забросил третью шайбу. И 3-1, и это только итог первого периода. В полуфинале мы обыгрываем «Номад» со счетом серии 4-0 и выходим в финал. Все моменты, вот, наверное, главный ключевой момент сегодняшней четвертой игры – это передача Мухаметова. Финальный штурм с пустыми воротами. Ну и Сергей Голотнюк, который забрасывает победную шайбу в этой полуфинальной серии. Делает счет 2-0 и, соответственно, 4-0 серии. СРРК вполне заслуженно вместе с Никитой Бояркиным вот так вот кружочек принимает поздравления. Начали мы финал с Орланом дома, но первые две игры мы прям не очень хорошо сыграли. Может быть, это сказалось из-за того, что они были в игровом ритме, потому что они играли с Торпедо также. Но они играли 6 игр, а мы сыграли 4. Может, первые две игры мы как бы не были в игровом тонусе. Они этим воспользовались и забили нам голы там. Команда совсем другая, как «Номад» была. Намного опытнее там. Как давали момент, они сразу использовали свои моменты и все. Потом нужно было ехать к ним со счет серии 0-2. Как бы не очень позитивная атмосфера сама. Но ничего, мы смогли там переломить одну игру, вторую. Счет становится в серии 2-2 уже. Все, ребят, собираемся, едем домой, готовимся к пятому матчу. Красавцы, спасибо, молодцы. Мы приезжаем опять играть в Караганду. В Караганде мы тоже берем игру, которая была тоже нелегкая. И осталось, как матчпоинт остался у нас, мы поехали в Кокштау, ну и там тоже додавили до конца, все, характер, все отдали, ребята, и завоевали кубок. Мой цвет настроения черный. Фил. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. 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 Мой цвет настроения черный. 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 Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Выходя из дома, выбрал черный цвет. Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все мои банды любят черный цвет. Я выбираю брюнеток хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок бьет. Рокерские джинсы, черная кожа — это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принцип.
окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Твоя мама на моем концерте. Все твои родные на моем концерте. Пифагор не сосчитает все мои хиты. Тимати не сосчитает все мои понты. Я на хайпе, каждый год на хайпе. В ее руках мартини, плюс она на стайле. На черном стайле, но я на стиле. Все, что скоро выйдет Луи, мы уже купили. Зайка моя, я твой зайчий, голос мой эстрадный. Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный. Что завтра я надену, вопрос этот спорный. Но сегодня... Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Неужели? Сейчас насладимся этим моментом. Девушки, дети, всех с победой, с кубком, но хочу дать последнюю шапку Леониду Григорьевичу. Ребят, ну, во-первых, всех, конечно, с большой победой, вашей, личной, клубной, да, хочу вас поблагодарить за характер, ребят, за характер. Главное, что у вас есть характер. Это самое главное. Было столько тяжелых матчей. Вы, конечно, красавцы. Красавцы, столько терпели, работали, проявляли характер. Сколько мы там проигрывали, догоняли. Да. Но по-другому победы не даются, да, ребята. И хотелось, этот характер пойдет с вами дальше. Это очень здорово, что у нас очень, вы очень все молодые игроки. Молодые игроки. И у вас большое будущее у всех. Это я точно могу сказать. Да, красавцы, с победой. Я предлагаю попробовать в следующий раз с континентального кубка. Ура! Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. В черном стиле она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Я выходя из дома выбрал черный цвет. Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все мои банды.